Здравствуйте, уважаемые болельщики, уважаемые поклонники отечественного футбола. И добро пожаловать в живописный Хабаровск, город на береге Амура. Панорама стадиона имени Ленина на ваших экранах. Наш матч открывает воскресную программу 6-го тура МЛБЭТ первой лиги. Хабаровские армейцы дома принимают новороссийский Черноморец. Ваш комментатор на этом матче Ашот Шикарян. Уважаемые зрители, наша трансляция идет ВКонтакте, на Кинопоиске и на сайте канала Матч ТВ. Обязательно подключайтесь, смотрите футбольную лигу России. Подача. Хорош Кумбурович. Удар Никитина внешней стороной стопы. Хороший эпизод. Снова Данил Фролкин в деле. Достаточно эффектный удар. Практически с места. Вот помните, уважаемые зрители, как снова Артем Симонян. И его подача. И здесь Томас Рукас пролетел мимо мяча. И снова Рукас. И не попал Томас Рукас в ворота. Кто там с офсайдом? Непонятно, но... А, положение вне игры. Положение вне игры зафиксировано. Да, но все равно Томас Рукас в течение одного эпизода игрового мог дважды поразить ворот соперника. Сам Никитин дальше идет и бьет по воротам. Снова хорош Данил Фролкин. А так Андрей Никитин уже готов был мяч принимать. Нам показывают удар Андрея Никитина и спасение Фролкина. Ого, вот это ошибка Чувара. Будет ли сближаться, обыграть одного, второго и удары. Как это было опасно. Нам не с самого начала показывают. Раскрутил Гречкина и дальше пробил. Мяч в итоге пролетел мимо энергозатратности. Еще замены готовятся. Подача и момент опасный. Жан-Шарль. Вот его игра. Вот его моменты. Тут же еще и Бавин пролетел мимо мяча. Опаснейший момент у ворот Фролкина. Адаев. Подача. Подача сугробов. И еще момент. И едва-едва. Вот такой курьезный удар. Не завершился взятием ворот. Никита Пономарев нанес удар створ. Но вот и сугробов в игре. Чуть ли не первый раз в этом матче. Хорошая подача Адаева. Прошла передача. И ничего в этом эпизоде играть. Можно играть. Все сделал правильно. Неплохо действовал. Но под конец решили его поменять. Какой момент у хабаровского СКА. Просто моментище. Убежит ли на Томаса Рукаса. Уже в штрафной площади Руденко. Передача. И первым был Магомед Мусалов. Тяжелый матч для обеих команд. Одна из последних в этом матче. Подбор. Петров. И его удар. И в атаке заканчивает матч как Хабаровск. И недоволен Андрей Никитин, что ему передачу не дали. Ну и, судя по всему, все. Да, друзья, финальный свисток главного арбитра Ивана Сараева. 0-0. СКА Хабаровск и Черноморец друг друга мячей не забили. Таким образом, после этого тура 11 очков становится у СКА Хабаровска.